В Шымкенте определили самые популярные имена. Топ-5 возглавляет Есина. Следом по популярности идут София, Айрис, Айм. А это Мухаммед. Ему всего один день, и у него самое популярное мужское имя. На первую строчку оно выбилось еще в прошлом году и сейчас продолжает удерживать лидерство. Я думаю, все-таки имя имеет значение тоже в судьбе. Мне нужно смотреть значение имени, выбирать правильно. У меня еще есть дочка. Ее зовут Раяна. По соседству мальчики с именами Тауман, Мансур, Ибрагим и Абубакир. У родителей появился интерес к именам тюркского или арабского происхождения, говорят в филиале «Правительство для граждан». Но есть мамы и папы, которые, наоборот, не хотели повторяться и решили проявить оригинальность. Вот буквально недавно у нас было присвоено имя девочке Аль-Софи. То есть таких имен я, например, сама не слышала. Позапрошлых годах, да, были такие имена популярны, как Аружан, Айолым. То есть сейчас уже чуть-чуть меняется. Порой на популярность имен для новорожденных, говорят специалисты, могут повлиять знаковые события в стране и мире, а еще популярные фильмы и сериалы. Но чаще всего родители выбирают имена с особой историей и смыслом. Имя выбрали бабушка с дедушкой. Мы ждали девочку 2 года и знали, что назовем Аминой. Имя означает чувствовать себя в безопасности. Хочу, чтобы дочка была сильной и уверенной в себе. В последнее время регистрируют в мегаполисе и высокую рождаемость. С этого года сразу несколько родильных домов меняют формат работы и переходят на третий уровень сложности. Подготовка к переходу на третий уровень длилась достаточно долго. Это последние почти 2 года, когда нам улучшали материальный наш статус. Мы закупали, было закуплено оборудование. Я скажу, более 40 единиц оборудования. Проводили обучение специалистов. Это все делается для того, чтобы улучшить перинатальную помощь, доступность помощи акушерско-гинекологической по нашему городу. По данным Бюро национальной статистики, шорт-лист популярных в стране имен за последние годы сильно не меняется. Так мальчиков казахстанцы чаще всего называют именем Алихан, а девочек нарекают Мединой. Но неважно, выбирают редкое имя или популярное, для каждого родителя их ребенок все равно особенный.